Kính thưa tất cả các quý vị và các bạn, уважаемые господа, уважаемые друзья, trong võ thuật là một cái đề tài rất rộng lớn. Но если брать борьбу в общем плане, то это очень большая и объемная тема. Và đặc biệt là võ thuật của châu Á. Особенно если взять азиатские виды борьбы. Nó có rất nhiều những cái bí quyết, cái phương pháp tập luyện đem lại cái sức khỏe cho con người. В азиатской борьбе есть много секретов, которые направлены на укрепление здоровья людей. Năm 1990, tôi sáng lập ra một môn phái võ. Я создал свою школу. Và môn phái này có tên là môn phái Lâm Sơn Động. Эта школа получила название Lam Sơn Động. Lâm Sơn Động là sự chuyển động của vũ trụ. Мы используем в Lam Sơn Động космическое излучение. Sự chuyển động của núi rừng. Мы используем изменения, которые происходят в лесу или на небе. Và con người tập luyện của cái môn phái Lâm Sơn Động thì là lấy cái năng lượng từ vũ trụ. И человек, который занимается по системе Lam Sơn Động, берет энергию из космоса. Và từ đó luyện tập người ta gồm có các cái bậc như sau. Ну и на тренировках мы этот человек должен пройти следующие ступени. Lấy khí hóa tinh, lấy khí vũ trụ biến thành tâm tịnh. Значит, взять энергию космоса и преобразовать ее в своем теле. Luyện tinh hóa khí là luyện cái tân dịch hóa thành khí lưu hành trong cơ thể. Взять дыхательные какие-то упражнения для того, чтобы преобразовать энергию воздуха в свою внутреннюю энергию. Luyện khí hoàn thần là luyện cái nội khí cơ thể của con người ta đưa vào các đường kinh lạc, đưa ra các cái tế bào. И использовать энергию, которую он получает таким же образом, для преобразования и переведения на клеточный уровень для своей пользы. Luyện hư nhập đạo có nghĩa là lấy những cái năng lượng từ các tế bào nhỏ quy nạp vào đan điền để tạo thành một cái năng lượng lớn từ cái đan điền đưa về tim để tĩnh cái tâm. Это такая доброжелательная энергетика. Мы берем энергию из маленьких клеток, преобразуем ее, получаем свои клетки, затем отдаем эту энергетику в сердце, в другие важнейшие органы, которые становятся частью нашей души. Luyện đạo phát khí là luyện cái nội lực của cơ thể phát ra ngoài thành dạng năng lượng sóng. Это энергетика, которую мы преобразуем внутри себя, затем концентрируем ее, выражаем ее во внешнюю среду и таким образом воздействуем на нее. Cái năng lượng sóng của cơ thể người luyện công phát ra thì có thể chữa bệnh được cho người khác. Вот эта энергия, которая выражается, выходит из нас, она может быть использована для лечения различных заболеваний. Bởi vì người ta có trong cơ thể người ta có 12 đường kinh lạc và hai mạch nhâm đốc. У нас, значит, мы знаем, есть 12 меридианов и множество точек. Các đường kinh dương thì nó chạy từ ngoài chạy vào. Значит, меридианы идут это снаружи, спать из внешней среды поступают во внутреннюю среду. Các đường kinh âm thì chạy từ trong chạy ra. Наши внутренние каналы, они выделяют энергию изнутри, которая выделяется в наружную среду. Các đường kinh âm thì nó chạy từ ngũ tạng gồm có tâm, can, tỳ, phế, thận, là tim, gan, tụy, phổi và thận. Вот эта энергия, которая выделяется нашими органами, исходит от пяти основных органов: сердце, печень, почки, поджелудочная железа. Các đường kinh dương thì nó vào các cái tạng phủ nhỏ hơn, những cái phủ nhỏ. А снаружи, которая поступает энергия, она идет на более мелкие органы, ну не основные органы человека. Như ruột non, ruột già. Значит, тонкий кишечник, толстая кишка, желудок, желчный пузырь, банкуанг, мочевой пузырь. Và trong cơ thể người ta thì được thống nhất bởi một cái dòng khí đó gọi là tam tiêu. Ну и вот этот вот идет процесс, который превращается в это движение энергии, движение потока,
которая заключается в трех нагревательных элементах. Bởi vì tại sao gọi là tam tiêu? Bởi vì là nó có ba phần. Почему говорится три нагревательных элемента? Потому что есть состоит это из трех частей. Phần thứ nhất là thượng tiêu. Верхняя часть организма человека. Tính từ huyệt bách hội. Отсюда она начинается. Смотри. Xuống đến cơ hoành, ngăn cách dưỡng lực và bụng. То диафрагма, да? То есть отделяет грудную клетку от желудка. Ở thượng tiêu là luyện tập để cho tốt cho tim và cho phổi. Соответственно, все упражнения, которые делаются в этой части, относятся к улучшению работы сердца и легких. Phần khí thứ hai là trung tiêu. Вторая часть, срединная или центральная часть. Trung tiêu là từ cơ hoành ngăn cách giữa ngực và bụng cho đến xuống đến cái cơ hoành ngăn cách giữa bụng và bàng quang. Значит, которая расположена посредине человеческого тела, соответственно, она идет под легкими, и в нее входит желудок, и она завершается той части, где кончается желудок. Trong cái trung tiêu thì bao gồm có gan. Туда идет печень, соответственно. Tụy. Поджелудочная железа. Hệ thống đường ruột. Система пищеварения, система переваривания пищи, да, печень. Thế và phần thứ ba. Третья часть. Là phần hạ tiêu. Называется нижняя часть. Phần hạ tiêu là tính từ cơ hoành ngăn cách giữa bụng trên và bụng dưới. Ну, называют это как диафрагма, которая xuống находится внизу. Dưới huyệt hội âm. И она, значит, ну, нижняя часть включает все органы, которые находятся еще ниже. Phần hạ tiêu này là bao gồm thận và bàng quang. Почки и мочевой пузырь, соответственно. Thế thì khi ta luyện tập được cái tam tiêu và cái dòng khí này. Ну и вот когда мы говорим о трех элементах нагревания, вот как раз три этих раздела часто все перемешивается, да, идет процесс, обмен идет энергетикой между этими частями. И таким образом повышается иммунитет человека. И возрождается способность для защиты и для выделения энергии. Для того, чтобы суметь противостоять интервенции болезней, которые идет извне. Кроме того, это придает энергетику, динамику тем органам, которые внутри начинают более активно функционировать. И вот на этой основе, когда уже человек пройдет и освоит все вот этих три элемента, тогда уже и пойдет такой доброкачественный процесс по всему организму. И когда до этого уже дойдет до такой степени развития, человек сам уже может вот это вот, производить обмен внутри между своими частями. Có nghĩa là 12 đường kinh chính và có các đường lạc, đường kinh lạc nằm ngang, nằm dọc. И он уже сможет по 12 вот этим каналам сможет проводить самоочистку своего организма. Если более конкретно, он может использовать свою внутреннюю энергию для воздействия на любой из своих органов. И это будет состоять в том, что он будет обмениваться энергетикой извне. И поэтому это может стать фактором, который влияет на развитие своего организма. То есть он будет способен воспринимать хорошую энергетику космическую извне для использования для своего блага. Но чтобы достичь такого уровня, есть ступени определенные, нужно пройти, причем их нужно постепенно осваивать. Первая часть. Я представлю всем вашим господам это. Как фунфап хэдо? Ну, такую то есть, подготовительную часть, вроде разминочной части. Когда ты дал? От головы начинается. Какого? Шея потом еще. Давай. Плечи. Какую дай? Локти. Лен. Спина. Бока. Живот. Лен. Поясница. Спина. Спина, поясница. Мом. Ягодицы. Ногой. Колени. Вот. И ноги. Но вот как вот так? Топ пользов. Конечно, все упражнения, они, так сказать, друг с другом взаимодействуют.
Vừa làm cho tính đàn hồi của cơ được tăng lên. То есть мы улучшаем общее состояние организма. Vừa làm cho hệ thống gân и одновременно dây thần kinh được bền vững. Укрепляем как печень, так и другие органы, в том числе и нервную систему. Chống được sơ vữa động mạch. Для того, чтобы противостоять остеохондрозу и атеросклерозу. Đồng thời, а также nó làm cho hệ thống xương cốt нашей костной системы укрепляем, чтобы она была стабильной. Các động tác đó có thể xử lý để chống các loại bệnh thuộc về xương khớp. Конечно, эти упражнения можно выполнять для того, чтобы противостоять различным chống заболеваниям суставов hóa. И кости. Chống thoái hóa. То есть имеется в виду разрушение кости. Hạn chế và khắc phục các cái hậu quả của thoát vị đĩa đệm. И также это позволит ограничить или преодолеть различные виды заболеваний. Tăng cường lưu thông máu lên não. То есть может улучшить кровообращение и мозговое в том числе. Và hoạt động tất cả, điều hòa tất cả các nhóm cơ. И гармонизировать действия всех органов в организме. Đồng thời nó giúp cho con người thư giãn về tinh thần. Кроме того, это укрепит духовное, душевное состояние человека. Khỏe cả về thể xác. То есть он будет как крепок физически, khỏe cả về tinh thần. И духовно. Như thế mới là sức khỏe. Вот тогда мы можем говорить, что этот человек здоров. Phần thứ hai. Это первая часть. Вторая часть. Tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn. Я представлю вам, господа и друзья. Một cái phương pháp tập luyện bằng phát thanh công. Значит, как развить вот эти вот свою энергетику? Nó có 6 âm thanh. То есть мы возьмем сейчас теорию 6 звуков. Mà mỗi âm thanh này. Каждый из них. Tương xứng với một tạng phủ trong cơ thể. Он соответствует одному из органов в организме. Kết hợp giữa âm thanh. Значит, взаимодействие с этими звуками. Và hơi thở. И дыханием. Thì nó sẽ làm cho cơ thể được. Это позволяет делать, чтобы наш организм. Hai sẽ độc tố. Всю гадость из себя. Vững mạnh về tinh thần. И, так сказать, удалил, укрепил организм. Tăng khả năng miễn dịch. Повысил иммунитет. Cơ thể khỏe mạnh. И наше тело будет прочным и здоровым. Một cách bền vững. Причем это будет прочность не одномоментная, а на длительное время. Sau khi xong phần 2 thì sang phần 3. После второй части пойдет переход к третьей части. Tôi sẽ giới thiệu. Один момент. Sang phần thứ ba. Потом перейдем к третьей thì части. Tôi sẽ giới thiệu cho các bạn. Я покажу всем вам. Về cái phương pháp kết hợp giữa hơi thở. Варианты взаимодействия между дыханием. Động tác. Упражнением. Và âm thanh. И звуками. Và cả ba cái này là kết hợp cùng một lúc. Это будет происходить одномоментно. Và như thế là chúng ta hoàn thiện bài tập. Поэтому мы усовершенствуем все эти когда разрозненные упражнения, станет как единый комплекс. Да, на байту нет. Вот это первый такой большой, если назвать уроком, как вы говорили. Но это cơ bản. Но он основополагающего плана. Nhưng nó đem lại sức khỏe. Но он полезен для здоровья. Причем для всех, кто Đặc biệt là rất dễ tập. Причем упражнения это несложные. Và phù hợp cho mọi lứa tuổi. Подходит любому возрасту. Cả nam, cả nữ. И мужчинам, и женщинам. Cả trẻ em 6 tuổi. Даже 6-летним детям. Cho đến những cụ già 100 tuổi. Или 100-летним ребятам тоже они могут заниматься. Sau khi chúng ta tập xong phần đó. Значит, когда закончим эту часть. Thì chúng ta sẽ nâng lên ở một cái bậc cao hơn. Значит, мы будем себя чувствовать уже поднявшимся на более высокую ступень или уровень. Là luyện các phương pháp. То есть мы можем уже заниматься другими методами. Да, thông kinh mạch. Например, укреплять движение сердечно-сосудистой системе. Áp dụng ngũ hành tương sinh và tương khắc. То есть мы будем использовать силу для улучшения деятельности суставов. Kết hợp với bát khoái.
и других органов, будем в сочетании все это делать. Как же? Для того, чтобы давить или или устранять различные негативные моменты в организме человека. Мы можем дойти до того, что сами уже сможем помогать в излечении заболевания у другого человека. Потом еще выше ступень. Уже техническая часть. То есть можно сказать как номер кунг-фу. Обычный человек вот так без подготовки этого не сможет выполнить. Не так, как в книге рекордов Гиннесса уже есть там записаны такие рекорды, которые мы достигали. Thưa các bạn, trong môn phái của tôi. Вот в его школе борьбы, которую он возглавляет, đã lập được hơn 40 kỷ lục Guinness. Более 40 рекордов записано в книгу Гиннесса. Trong đó có những kỹ thuật khó. Есть очень сложные технические для технического исполнения номера. Chạy trên mặt nước. Например, бег по поверхности воды. Hít bát vào bụng. Значит, задержка дыхания полностью. Cho cần cầu cầu lên trong một cái thời gian một là hơn 35 phút. 35 минут. Đấy. Dùng tay đấm vỡ những cái quả dừa. Ну, можно использовать руки, разбивать различные твердые предметы. Nằm xuống đất, nằm trên bàn trông, nằm trên những cái đống mảnh chai vỡ. Лежать на разбитом стекле, ну, бутылочном, можно какой угодно. Cho những cái tảng đá, 500 cân. И выдерживать, если 500 килограммов кирпича на него, или камней положить. Да, lên người. Ну, естественно, на человека укладывается, снизу стекло. Có những cái lực sĩ rất mạnh, cầm những cái búa rất lớn. Можно взять очень крепких парней, которые имеют мышечную силу значительно. Đập hàng trăm cái để nó vỡ cái tảng đá. Чтобы они разбивали это дело, чтобы подготовились. Hoặc là nằm như thế, sau đó cho ô tô leo qua người. Вот я буду лежать на это, потом может быть машина по мне проехать. Да. Rồi thì dùng những cái đinh dài. Берем гвозди, десятки. Đóng đinh vào người. Вбивается в человека. Куда угодно, ну конечно не в жизнь, но не в глаз там. Да ты ему зуб день да, ты на ком чай ему давно. Когда их вынимаешь, крови никакой нет. Есть такая система регулирования. Dùng mắt của mình. Значит, берем наш глаз, мой. Cho cái đồng xu vào. Đồng xu à? Cho cái đồng tiền vào. Копеечку, ну небольшую такую монету, да, тогда. Buộc cái đồng xu đấy vào một cái dây. Затем привязываем их, эту монету, ну какую-то леску там, да? Móc vào một cái xe ô tô. Привязываем к автомобилю. Ну, khoảng hơn một tấn. Можно больше тонны. Có thể kéo cái xe đi theo. И он может ее потащить. А монеты будут там. Kéo bằng, bằng mắt. То есть глазами будут удерживать. Rất nhiều, rất là nhiều. Ну, в общем, сказал, больше 40, это несколько примеров просто. Và chúng ta sẽ dần dần, từng bước một. Это достигается постепенно, шаг за шагом. Được học. Конечно, надо учиться серьезно. Được tập luyện. Заниматься тоже серьезно. Và trong tương lai chính các bạn sẽ là những người có thể gửi dẫn được những môn này. Я надеюсь, что если все будет хорошо заниматься, то и вы сами сможете в дальнейшем выполнять такие номера. Đó là tất cả những cái. Вот это все. Mà tôi muốn trình bày. Что я хотел бы вам сказать. Và giới thiệu cho các bạn. Предварительно, прежде чем мы начнем. Trong quá trình tập luyện. Во время занятий. Tôi sẽ nói thêm. Я еще буду там говорить немного дополнительные вещи. Как ну, конкретно по методу выполнения упражнений. И применительно к лечению определенных заболеваний. Và các phương pháp châm cứu. Ну и также способы иглоукалывания. Để làm tăng cái khả năng для того, чтобы повысить свои возможности. Của cơ thể. Своего организма. Tăng miễn dịch. Повысить иммунитет свой. Tăng nội lực. Внутреннюю силу. Làm cho cái thị lực được tốt lên. Повысить зрение, улучшить зрение. Phương pháp này có thể hoàn toàn xử lý được các cái trường hợp cận thị và viễn thị. То есть это можно будет применять как для близорукости, так и для дальнозоркости. Và hy vọng là các bạn sẽ tiếp thu. Надеюсь, что вы
воспримите мои вот эти упражнения должным образом. Bằng một cái lòng nhiệt thành. Воплотите это у себя, переварите его. Và một cái sự phấn khích. Это сделает вас таким вот. Chúc các bạn thành công. Таким человеком, который всегда будет одерживать победы. Và chúc các bạn thành công. И я и желаю, чтобы вы потом всегда действительно одерживали победы. Спасибо. Ряд вопросов можно? Давай, давай. Вопрос номер один. Прежде чем приступать к занятиям, к первому этапу, необходимо ли проходить диагностику или что-то? Khi vào học buổi đầu tiên có cần đi chữa bệnh hay là đi khám sức khỏe hay là không cần khám sức khỏe? Khi vào học. То есть приступай к занятиям, да, человек решил. Конечно, если ты хочешь добиться высоких результатов, не просто для прогулки. Người thầy dạy võ. Особенно если речь идет о учителе, который борьбой будет обучать прием. Конечно, должен быть хорошее здоровье, он пройти должен, ну, какую-то проверку. То есть. Я как учитель должен знать своего ученика, все его сильные и слабые стороны. А если у него какой-то скрытый порог? То он, например, там с желудком не все в порядке. А у этого гепатит С, например, не дай бог. А у этого геморрой у третьего. То есть то, что очевидно, так вот не определишь. Nếu như cho bốn ông này tập một phương pháp. К примеру, если всех вот этих людей собрать и по одной методике их заниматься с ними. Thì có thể cái phương pháp đấy nó hợp với ông gan. Может быть, это подойдет тому, у кого гепатит. Nhưng nó lại không tốt cho cái ông cột sống. А у которого позвоночник, например, ему совсем это будет. Và nó lại làm cho cái ông геморрой thêm dài ra. А у геморроя у него еще более тяжелый случай наступит. Cho nên rất nhiều người đi tập khi công là bị sinh ra bệnh trĩ. Поэтому вот я знаю, что многие занимаются этим, они не проверят себя, и у них начинает геморрой именно проявляться. А все говорят, а это учитель нас таким показывал приемы. И такая ссылка на это во всем мире, это не только со мной такое происходит. Как правило, те, кто хотят заниматься борьбой, очень имеют слабые познания в медицине. Поэтому лучше бы, чтобы они медицинскую какую-то подготовку сами уже провели. То есть они обращают внимание только на техническую сторону, вот как ударить, как защититься. И к медицине вообще ни отношения не имеют и не понимают ее. Поэтому вот это даже и учителю, преподавателя, и учеников. Это большой минус, если в медицине они ничего не знают. Как бác sĩ? А врачи? Thì lại không phải là một nhà thiếu võ. Врачи не борцы, не бойцы, так скажем. Если чисто врачи взять. Anh rất là giỏi về y, anh biết hết nội tạng cơ thể. Пример, человек в медицине силен, все знает, все органы, все знает. Nhưng anh chỉ biết tiêm chọc. Он biết, знает только, как укол сделать, там, поставить. Anh không biết cách hít thở, anh không biết cách tập luyện thế nào để. Как нужно заниматься, как дыхательную гимнастику, он в этом деле не понимает. Cho nên tôi mong muốn. Поэтому мне хотелось бы. Sau này, ở một nước nào đó, ở Việt Nam, ở Nga, ở Mỹ. В любой стране, в Вьетнаме, в России, это не важно. Sẽ có một cái trường đại học. Была бы какая-то учебная, было бы какое-то учебное заведение. Dạy cả võ thuật và y học. Где преподавалось и приемы борьбы, и медицина. Ну, в нужных пределах. Причем в обязательном порядке. Не то, что хочу, не хочу, не факультативно. Тот нет, бác sĩ. Получится тут, он получит какой-то диплом. Доктор, ну, не доктор, там, ну, хотя бы среднего класса. И с другой стороны, он будет цигун, значит, дыхательной гимнастики, специалист. Или он будет получить диплом борца, да, такого мастера. Anh cũng là một bác sĩ. И параллельно он будет врачебную какую-то специальность иметь. Вот на данном этапе в Москве у господина мастера имеется вот школа вот,
trong giai đoạn này ở Moscow này ở Nga thì anh có một cái trường phái gì đó ở đây, có tổ chức gì không? Hiện nay ở tại Moscow có một cái hội võ thuật Việt Nam. У в'єтнамському гімнастиці є союз в'єтнамських борців, или як називається, займаючися таким видом спорту. Và hội này hoạt động dưới sự kiểm soát của Đại sứ quán Việt Nam. Ну, он находится этот союз под эгидой посольства Вьетнама в Российской Федерации. Và bản thân tôi là phó chủ tịch thường trực. Я заместитель председателя, ну, то есть как первый зам этого общества. Hội này phát triển khoảng gần 1.000 học sinh. Там примерно он объединяет около 1000 учеников. Калин, Банга, Чилбанга. То есть по России, естественно, не по Москве. Там да, пока мы Вьетнам, пока мы Нга. И вьетнамцы есть, но и россияне там есть часто. Và có tất cả là 9 môn phái đang ở đây. Ну, она имеется это школа борьбы. Gọi là gì? 9 môn phái, 9 môn võ. То есть 9 видов, различных видов борьбы там. Đấy là cái các cái tổ chức về võ thuật. В организационном плане вот такая есть общество, если которое существует. Насколько я понял, что прежде чем заниматься борьбой, необходимо пройти вот все подготовительные этапы. Ban đầu trước, sau đó mới vào cái võ thuật. Đúng rồi. Правильно. Я правильно понял. Да. Trước khi anh bước vào để tập luyện võ thuật. То есть, когда уж конкретно по борьбе, приемы борьбы, там, к этому этапу подойти, Người ta phải chuẩn bị bước qua 5 yếu tố cơ bản. Причем эта подготовительная часть включает 5 основных факторов. 5 yếu tố này nó là cái, nó là một cái, như là một cái định luật. Как их закономерности назвать, какие правила, ну тут почему название можно придумать. Chính môn phái Lâm Thân Động của tôi đang theo đúng cái hướng đấy. И я являюсь одним из авторов вот этих 5 факторов, которые нужно сначала овладеть ими. Нам cái đó như sau. Значит, вот конкретно, если взять 5. Thứ nhất. Первое. Cái thứ một là trí. Trí tuệ, значит, ну, разум, понять это разумом, да? Головой. Anh muốn học võ, anh phải có trí tuệ. Потому что будешь, хочешь заниматься борьбой, надо иметь, носить голову на плечах, чтобы понимать, что это за штука. Но không phải là một cái môn chỉ có chạy không. Здесь это не так, ударил, убежал, да? Mà nó áp dụng rất nhiều các lĩnh vực, trong đó có cả toán học. Потому что это включает в себя много других сфер, в том числе и математика. Có cả vật lý trong võ thuật. Также физика в борьбе, как законы физики, науки различные. Кока, ван хок там вот. И также есть и литература. Кока, и хок там вот. Медицина, применительно к борьбе. То есть много отраслей науки возможно применить. Вот поэтому я говорю о голове, о разуме, о таком разумном, рациональном подходе. Тогда их вам хоть 30.000 học sinh, и тогда тут một cái kinh nghiệm như sau. У меня было около 3000 же учеников, поэтому имея определенный опыт, он заключается в следующем. Те, кто очень добились больших успехов в литературной части, в культуре, могут воспринимать вот эти борьбу, значит, в полном объеме. А те, кто слабы в изучении культуры. Thì họ chỉ tiếp thu võ thuật giống như một cái môn võ biển, chỉ biết đấm đá. Они воспринимают только на уровне драки, да, то есть как махать. Đấy là yếu tố thứ nhất. Значит, первый принцип вот голова. Yếu tố thứ hai. Второй, вернее, фактор. Второй фактор. Gọi là lực, có nghĩa là trí lực, năng tâm thiên. Thì yếu tố thứ hai là lực. Сила, ну, сила, мышцы, да, мышечная сила. Anh học võ thì anh phải có sức khỏe. Естественно, хочешь заниматься борьбой, надо иметь определенное здоровье. Thì anh mới đạt đến đỉnh cao được. Только тогда достигнешь высших уровней. Khỏe, а если человек со слабым здоровьем? Thì cần phải học võ để cho khỏe. Надо заниматься для того, чтобы свое здоровье укрепить. Cái thứ ba. Третий фактор. Là năng. Энергетика. Sáng tạo. Свой, так сказать, творческий подход. Ông thầy, ông dạy là đấm thẳng tay này. Ну вот показывает учитель, вот прямо нанести удар, выпрямив руку вот так вот.
Thế нhưng mà trong khi trong một cái trận đấu. Во время непосредственной схватки, да? Không nhất thiết bắt buộc anh phải đấm thẳng đây. Я не вынуждаю, что ты обязательно должен прямой такой удар. Может быть снизу, может быть туда-сюда, сбоку, со стороны. Может использовать как когти, да. Важно конечный результат. Ему нужно поразить противника на избитие. Вот одна апке. Значит, цель борьбы, да, нанести поражение. Không chế đối phương để đối phương không làm hại đến tính mạng của anh. Или так построить свою защиту, чтобы он нас не поразил. Bằng bất kỳ hình thức nào. Тут уже речь идет о любой форме. Nắm cản, vật đả, cầm đá thủ, bao gồm cả đấm đá, cào cấu, vật, cắn, xé, muốn làm nào. Все, удары кулаками, ногами, даже кусаться можно локтями, в общем, что угодно. Còn khi đưa nó lên thể thao. Ну, а если это в спортивном плане, thì người ta sẽ bỏ đi những động tác cắn, cào. Вы же знаете, царапаться там нельзя, кусаться нельзя, bỏ да, если động tác cùi chỏ và những nguy hiểm. Локтями тоже считается опасным, да? Mà nó chỉ có đấm và đá thôi. Ну, можно руками, ногами, để да, hạn chế cái sự sát thương. Ну, понятно, тут ограничивается возможность поражения. Còn bản chất của võ thuật. А вот сущность là боевых искусств. Tiêu diệt. Уничтожить противника. Да? Nếu chúng ta không tiêu diệt, làm sao chúng ta giữ được nước? Если мы его не уничтожим, мы же сами тогда или он нас, да? Но đến cướp nước không đánh chết nó làm sao mình đuổi nó đi được? Не побьем его, так мы же его не прогоним. Cho nên võ thuật. Поэтому боевое искусство. Thực chất và võ thuật thể thao khác nhau rất xa. Сущность боевых искусств и спортивных, так сказать, единоборств очень сильно разнятся. Cái thứ tư. Четвертый фактор. Là cái tâm. Душа. Con người võ giỏi đến đâu thì giỏi. Значит, да, можно воспитать борца, который будет очень талантливым, очень хорошим. Он должен правильно думать. Hành xử đúng. Представлять правильно. Cái đầu của anh mà suy nghĩ sai thì anh sẽ làm việc sai. Если у тебя в голове сложился неправильный образ и неправильный подход, ты поступишь неправильно. Mà muốn suy nghĩ được đúng. А для того, чтобы думать правильным образом, thì phải có một cái tâm trong sáng. Должна быть светлая душа. Phải có đức tin. Должна быть мораль, và этика. Cái cuối cùng, cái thứ năm. И последний фактор. Là thiên. Là thiên. Đức tin. Là ông trời. Небеса, небо, да? Ну. Tất cả mọi người trên thế giới này. Потому что все люди на в этом мире. Đều tìm cho mình một đức tin. Они ищут своего, так сказать, Бога, своего святого, да? Anh có thể theo đạo Thiên Chúa. Вы можете быть последователем католицизма. Tôi có thể theo đạo Phật. Я могу быть последователем буддизма. Bạn có thể theo đạo Hồi. А вы можете быть мусульманином. Bất luận nó là đạo gì. Ну, то есть любой религии можете исповедовать что угодно. Nhưng mà đều hướng đến một cái tốt đẹp nhất. Но всегда обращается к самому лучшему, к самому светлому. Và đều hướng lên đến thực tế tối cao. И обращается к высшему божеству. Vậy thì con người. Каждый человек. Cần phải có đức tin. Поэтому каждый человек должен иметь то, во что он верит. Và khi anh có đức tin, thì anh chiến thắng tất cả. Когда у него есть вера во что-то, тогда он ему все удастся. Chỉ có niềm tin. Thì вера. Mới thay đổi được lịch sử. Может, с помощью этой веры можно поменять историю. Nhưng mà chưa chắc lịch sử đã thay đổi được niềm tin. Но еще не факт, что история может поменять вашу веру. Пять факторов, да? Người ta có thể hy sinh tính mạng. Люди могут погибнуть, но отдать жизнь. Vì một niềm tin. Во имя какой-то веры, в то, что он верит. Vậy thì trong cái dòng võ của tôi là võ lâm sơn động. В боевом искусстве, которое мы называем, я называю Lam Son Dong, là tôi dựa trên cơ sở năm yếu tố đó. Я все делаю на основе вот этих пяти факторов. Chí, lực, năng, tâm, thiện. Ну, опять же, мозг, сейчас буду вспоминать. Cho nên tôi душа, tôi сила. Tôi luôn thấy vui vẻ, thoải mái. Стараюсь себя держать всегда, поддерживать в таком веселом расположении духа. Rất tự tin. Уверенности в своих силах. Tôi đứng trước một đối thủ nặng khoảng 100 cân. Я могу противостоять, если даже мой противник будет весить больше 100 килограмм. Chưa bao giờ tôi biết luôn. Я не отступлю. Không bao giờ. Никогда не отступал. Và tôi sẵn sàng lao vào đánh bình thường.
И я буду с ним вести поединок в обычном ключе. Я уже побеждал во многих боях такого рода. Это было и во Франции, где я обучал. Я обучал полицейских французской полиции там. В том числе и 102 представителя спецслужб, которые занимались со мной. Có một ông võ sư tên là Philip. Один из бойцов по имени Филипп, người Pháp. Ông ấy là võ sư tại chỗ FBI. Nhưng mà là người Pháp. Nhưng mà đến Pháp, từ Mỹ sang Pháp. Он американец, но был во Франции. Ông ấy nặng 100, Филипп его зовут. Ông nặng 118 cân. 118 килограммов веса. Ông bảo là tôi không tin là anh đánh được thắng tôi. Сказал, я не верю, что ты сможешь противостоять мне. Bởi vì lúc bây giờ tôi có 54 cân thôi. Я тогда весил 54. Я сам говорю, давай, тут нет, тогда и там я буду. Он говорит, давай займемся хоть немножко. Вахи туда, они дай. Когда я нанес удар, они không chịu nổi đâu. Он не выдержал. Và cuối cùng anh xin thua. Признал свое поражение потом. Và anh bảo là rất là ngạc nhiên tại sao anh bé thế mà anh đánh tôi đau. Он удивился, что ж такой маленький нанес такой удар, что я не смог устоять. Đấy là bí quyết trong khí công. А это уже тайна, как сказать, ноу-хау. Người ta tập võ, đấm bùm bùm bùm, đấm vào bao cát. Họ làm различные виды борьбы, наносят удары, громко звучит все. Đá cái chân này vào cái bao cát. Но ногой ударяют туда-сюда. Tay này, chân này, chai này. Здесь, значит, появляются рубцы, да, опухают это. Chân này, chai này. Или нога там появляется там вздутости. Giống như quả mít. Так же, как хлебное дерево, я не знаю, вы видите. Có nghĩa là ở ngoài thì rất là trần trụi, rất là cứng. Снаружи очень твердое. Nhưng mà nó có cái cạch cái, qua cái đấy thì nó vỡ. А внутри очень мягкое. Видели, да, хлебное дерево? Она такая здоровая, если вроде она крепкая, а внутри мягкая. Người ta luyện nội công, luyện khí công. Поэтому здесь у них дыхательная гимнастика, здесь имеется в виду использование внутренней вот этой твердости. Luyện nội lực từ bên trong ra gần cốt. То есть здесь идет тренировка внутренней устойчивости, внутренней силы. Да, да, это rất mềm mại. Поэтому здесь и наши руки, наши поверхности очень слабые, а кости очень твердые. Ну, так это мать. Особенно внутренняя наша сила очень крепкая. И кости становятся крепче от этого. И наносим удар, мы одерживаем победу в обычном. Причем не применяя никаких спец там приемов. Да и нам мукай фан. Там не будет это мол. Это одна из частей, которая включает вот тайное вот это занятие боевыми искусствами. Но вы будьте спокойны. Я никогда не... Я никогда не скрываю секретов всех. Я поэтому и переспросил. Значит, история боевых искусств начиная с давних времен. Каждый учитель, каждый ученик, который учится, он держит определенный секрет для себя. Потому что он боится, что он обучит ученика, и тот станет сильнее, чем он. А я другой. Я все открываю, пожалуйста. Даю то, что я знаю, все. И если кто-то из учеников будет лучше меня, я буду только рад. Bởi vì tôi đã làm được việc tốt. Значит, я хорошо поработал. Và tôi đã có người để kế tục cái sự nghiệp đấy. То есть этот человек сможет продолжать мое дело, я поэтому рад. Cho nên vì thế cho nên đấy là cái bí quyết mà tại sao môn phái của tôi có nhiều học sinh giỏi như thế và nổi được nổi tiếng. Вот мы говорим секрет, секрет, но у меня очень много хороших учеников, которые работают. Hơn 40 kỷ lục quốc gia Việt Nam. Более 40 национальных рекордов во Вьетнаме. Ну, там не книга Гиннесса, она своя, да, внутренняя. Tôi chỉ là có một cái thôi. У меня только один. Còn tất cả là học sinh nào? Остальные мои ученики. Тогда приступим к первому уроку. Это ты вандал байк, нет? Đấy. Và chúng ta sẽ chuẩn bị. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài cái phương